Свой вклад юристы вносят в законодательство, способствуя решению социально-экономических задач. От профессионализма юристов зависит эффективность правовой системы страны. Об этом студентам Кубанского юридического колледжа преподаватели говорят на лекциях. А сегодня здесь праздник в честь Дня юриста. Песни, шутки с юридическим подтекстом, разумеется, благодарности учителям и отличившимся ученикам. А вот старостам-первокурсникам в этот день вручили важный документ – зачетки. Очень даже важный день, так как это начало нашей карьеры все-таки. Для меня этот день очень важен, так как нам в День юриста именно вручили зачетные книжки. После колледжа мы планируем поступить в Академию МВД. Я решил подавать документы после колледжа в Генпрокуратуру в Саратовской области на высшее образование и офицерскую должность. И после окончания Академии я вернусь в Сочи и буду работать здесь дома. Студенты Кубанского юридического колледжа День юриста уже считают своим профессиональным праздником. Ребята не сомневаются, что будут работать по специальности. Вопрос трудоустройства студентов здесь первоочередной. У нас правоохранительная деятельность. У нас все связано с такими дисциплинами, как правоохранительные органы. Силовые структуры. Да, то есть мы как профессиональные юристы. В этом колледже, конечно, у нас проходят и лекции, и различная практика, и семинары. Но также, помимо этого, у нас развлекательная программа, то есть у нас КВН, часто концерты. Дети стараются показать в этом направлении, в этом празднике не только свое творчество на концертной программе, но и показать свои возможности в дальнейшей профессиональной деятельности. А это поколение, которое выпускается сейчас, замечательное. Оно профессиональное. Их глаза блестят. А чтобы глаза блестели и у ребят был стимул, большое внимание в колледже уделяют производственной практике. Я лично проходил практику в отделе по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции. Для меня лично это важно, чтобы получить навыки специализации, именно моей специализации. Сегодня юристы праздновали, а завтра снова за работу. И домашние задания никто не отменял. Одним готовить отчет по практике, другим повторять гражданское право, а третьекурсников и вовсе ждут готовое постановление о возбуждении уголовного дела. Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.